Ну что, друзья, интересная особенность оказалась у этого аппарата. Если кто не догадывается, я сейчас пишу видео с аппарата Blackview BV9900. К сожалению, не Pro. Во-первых, он свободно держится в стабилизаторе. Но, правда, с применением резинки, потому что он больно тяжелый и толще, чем лапки у стаба. Ну, то есть, накинул просто лассо из резинок, и он уже нормально держится. А вторая особенность прикольная, то что оказывается этот аппарат может писать с фронталки 4К видео, в котором вы сейчас меня и наблюдаете. Надеюсь. Не смог удерживать все-таки стабилизатор. Ну какое-то время продержал, потом сказал все, тяжеловато. Ну-ка, оп, вроде опять держит. То есть все-таки аппарат на грани и нужен небольшой противовес. Тогда будет хорошо держаться. Ну, в общем, это я доработаю. Там грузики в комплекте были. Может быть, где-то что-то еще под шаманью. Но суть в том, что, в принципе, вот он работает, держит. Это я со стабилизатора держу в руке его самого. И поэтому очень даже интересно, что аппарат может прокачать 4К со своей фронталки. И посмотрим, насколько это все будет хорошо выглядеть. И будет ли это так красиво, как я надеюсь. Всем привет! Была проверка фронталки в режиме 4К, стороннее приложение ProCam X, аппарат Blackview BV9900. Пока еще не про. Вот так у нас меняется фокус ручками. ProCam X. Blackview BV9900 вроде как 4К. Тестовое видео Blackview BV9900. Должно быть 4К. Посмотрим. Само собой, с рук, экран не касаюсь, как есть, так есть. У нас пиццу понесли, походу. 30 кадров в секунду, 4К должно быть. Вот потом увидим, как у нас на самом деле. Сейчас тоже пройдусь, двумя руками взял. Теперь попробуем перевод фокуса вблизи, экран не трогаю, вдали. Опять вблизи. Ну вот как-то так. И снова тест на Blackview BV9900. Только уже другая камера. Так же как в ProCam X, в этой камере фокус настраивается от прикосновения к экрану. Зато не психует, не дергается постоянно, как в стоковой. Но, кстати, заметьте, не всегда при нажатии реагирует. Должно быть 4К, но не факт. BV9900, стоковая камера. Должно быть 4К.